Всем привет, как меня зовут Саша, и сегодня мы открыли игрушку трактор. Сегодня мы открыли игрушку трактор, правда, мы ее еще не собрали, только открыли. Но вот судя по коробке, наш трактор должен получиться такой, да? Он на аккумуляторе, то есть он будет ехать, как все твои машины. И что же мы будем с трактором делать? Землю копать в огороде. У нас там есть куча песка, можно перевозить. Да. С одного стороны участка в другую. Да. Получится? Да. Но для этого нужно сначала собрать. Посмотри, здесь есть какие-то разные детали. Крючки, палочки. Посмотри, что это. Я. Ух, у тебя ковшик. Еще смотри, что это такое? Как интересно. Какие-то гвоздики, винтики. И, конечно же, подробная инструкция. Да. Батарейки, смотри, руль, там, наверное, должен идти звук би-би-би-би. Туда нужно поставить батарейки, ты сможешь сигналить. Я надеюсь, зарядка есть, и ты сможешь немножко поездить. Да. Потом вечером поставим заряжать полностью. Ух, ну что, приступим к сбору? Да. Давай. Ливчик, смотри, руль уже есть. Да. Самое главное, можно уже управлять. Попробуем. Так. Теперь осталось эти все крючки и палочки закрепить. Да. Давай. Багажник. Нет, это не багажник. Багажник. Наверное, другую сторону попробуй. Не знаю. Надо просто сильнее придавить. Сейчас попробуем. Эй, ты куда поехала? Что, собрали твой трактор? И что у нас здесь получилось? Ковш. Так, поднимается? Как ты его поднимаешь? Вот покажи. Так. Так ты управляешь им, да? Не, вот это. Так, если что-то хочешь опустить, здесь нажимаем и вниз, да? Да. Немножко еще сильно новый механизм. Вот, нужно сильно нажать, он а тогда потом, вниз. А потом еще так. А потом с другой стороны нажимаешь, и вверх он поднимается. Слушай, ну трактор у тебя очень суперский. Вообще-то, да, надо еще тут открыть, чтобы вы еще не запустились. А, хорошо, откроем еще вниз. Покажи немножко, как он едет. Только осторожно. Оу, в телевизор врезались. Задний ход. Так, все, я поняла. Едет отлично, скорость замечательная, все работает. Сейчас пойдем в саду играть. Нет. Пока-пока, бабушка. Да, а мы идем играть в саду, пока Элиф здесь не покрушила всю мебель. Да.